у нас тут распаковка подарочков. Сегодня передали зверя в коробочке. Привет! Это выпь болотная. Она очень зла. Привет! Ты кусаешься? Она очень опасно, может в лицо броситься. Вот эти выпады она делает. Сейчас с ней надо смотреть, что происходит. Она очень-очень худая. Ну, хотя нет, не настолько прям худая, но что-то с ней такое, раз она. Выпь. Мы будем тебя кормить мышами, наверное, да? Надо узнать, тебе мышей можно или нет. Такой вот зверь. И теперь мы будем над ней издеваться. Нет, ты не кусаешься, да? Но лицо надо беречь. В глаз она дать может. Птички опасные. Лапоньки. Какие у нее лапоньки. Ты прекрасна. Я тебя уже люблю. Ты только не умирай, хорошо? Не могу не заснять вот эти вот глаза. Это низ головы. Низ, да. Какие же они упоротые. То есть вверх вот он. Да. Эй, это был мой телефон. Ну-ка, что ты умеешь, бегаешь? Ты умеешь бегать или что с тобой? Давай, мне надо посмотреть, как ты ходишь. Я опять снимаю неправильно. Вот. Это ужасно. Ну-ка. Ты как сова, да? Давай, давай, ходить надо. Что с тобой? Давай на тебя посмотрим. Ну, ты же целая, руки у тебя целые. А ноги? Ноги вроде тоже. Ты очень хорошая птичка. Что с тобой произошло? Так, ну-ка показывай ноги. Ноги показывай. Хромает почему-то. Это просто чудо птица. Я, кстати, их живьем впервые вижу. Хотя не, я их даже мертвенькими не видела. Ну, в зоопарке что-то похожее было, но это издалека и не считается. Вот это вот у меня впервые. В общем, у нее вот здесь вот на локте, на пяточке, какое-то повреждение. Кровь запекшаяся, и она хромает. Наверное, она ударилась обо что-то в полете. В общем, это будет потом видно. Так-то на ощупь у нее все кости целы. Надеюсь, что она будет хорошо питаться, и ее можно будет выпустить. Но она очень опасна. То есть она бросается в лицо, прям выпады делает. Главное не забыть про это и не получить в глазик этим клювиком. Окей. Давай. Вот красивая птица. Да. Как ты можешь? Это она пугает. Да, вот на ногу припадает. Бедняга.
Хромает, да. Я держу ее за шею, потому что у нее шея вот такая вот. Да. Она негодует. Вот. Мой палец. У тебя тоже есть стабилизатор. Ножки. Ненависти. Кто-то хочет меня убить, да? Смотрите, ты в телевизоре. Да. Пошли в коробочку и поехали к ветеринару. Да? Ненависть. Это очень страшная птица. И летать ты не хочешь, да? И не можешь. Ну, на кого ты похожа? Ты очень красивая. Но очень страшная.